Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапенюк. І сьогодні ми продовжуємо серію роликів про технології вирощування горіха волоського. З нами Михайло Нігрєско, горіховод з Молдови. Він розповість нам сьогодні про захист від шкідників та хвороб волоського горіху. Михайло, розкажіть нам, будь ласка, покроково від початку сезону і до його завершення, як ми маємо боротися зі шкідниками, хворобами і які вони, в принципі, можуть бути на даній культурі? Во-первых, було б правильно почати з боротьби або з предупрежденням внесення вредителей і болезней в сад ще на етапі вибору посадочного матеріалу, тому що з посадочним матеріалом можуть бути введены болезни бактериального характера, которые потом очень сложно, иногда невозможно лечить. Поэтому нужно брать посадочный материал из питомников, пользующихся хорошей репутацией, тем самым быть уверенным, что покупаете именно хороший, без вредителей, без болезней посадочный материал. Это первый залог успеха или залог хорошего плодоносящего сада. Что касается молодых садов, да, и садов постарше, тоже нужно бороться с корневыми болезнями, особенно в очень дождливые дожди, когда вода застаивается когда сильные осадки и вода застаивается больше 24 часов на почве, тогда могут возникнуть риски распространения фитофтороза. Это очень опасная корневая болезнь для молодых садов и для садов постарше. Для этого рекомендуем при посадке сада делать скарификацию, имею в виду разбитие этого пласта, чтобы вода сочилась вниз, а не застаивалась на уровне корней, чтобы это не позволяло развитию этой болезни. Также для этого предпочитаем залужение междурядий. Это тоже способствует к инфильтрации воды и не застаиванию ее на уровне корней. Так снижается риск развития фитофтороза. Но если это уже случилось, надо работать системными фунгицидами, такими как алиет, фосфатил алюминия или металоксил, ридамил или что-то из этой группы, которые полностью системные и мигрируют по всему растению, вычищая эту болезнь из него. Если говорить уже про плодоносящие сады и начало сезона, это может быть по-разному. Для разных сортов разный период набухания почек, prayer stage на английском называется. Это prayer stage, это когда будущие листья напоминают руки молящегося человека. Это старт первых обработок медью. Для ранних сортов, так как песчанский, это случается раньше, половине апреля, третьей декаде апреля. Для сортов, как Chandler, позже. Для Фернора еще позже, эти поздние сорта. Вообще в садах рекомендуется иметь какой-то сортовой конвейер, чтобы все не созревало сразу и не все надо было сразу обрабатывать. Так снимается нагрузка с техники, с рабочих и по времени. И не так сильно зависит от погоды. Первую обработку надо делать в период prayer stage, когда набухают почки и начинается, когда уже видны листья, первые листья. Зародыши этих листьев, нужно обработать медсодержащими препаратами. Мы делаем первое либо бордовской жидкостью 1%, либо гидроксидом меди, либо оксидом меди. И если не было проблем в предыдущем году с бактериозом, потому что я забыл сказать, есть несколько болезней, которые могут нанести коммерческий урон, это бактериоз, это антракноз, фитофтороз я упоминал. И если с антракнозом можно бороться и лечить его, лечить растения, то бактериозом эта ситуация намного сложнее. С бактериозом практически нельзя бороться, его лучше профилактически
обрабатывать дерево, чтобы оно не заболело этой болезнью. Первую обработку делается медсодержащими, и если не было проблем в предыдущем году, можете повторить эту обработку через 10 дней. Если были проблемы, повторите обработку через 7 дней. В период апрель, май, половина июня, даже конец июня, нужно делать эти обработки медью систематически, особенно если дождливый год. После определенного количества осадков нужно повторять обработку контактным медьсодержащим фунгицидом, потому что он имеет свойство смываться, и нужно обновлять эту защитную пленку из меди, из гидроксида меди, сульфата меди или из оксида меди. Очень хорошая практика совмещать некоторые обработки медьсодержащим, не все, но некоторые, может даже два раза в сезон, один раз-два раза, если серьезная ситуация с дождями, с предыдущим годом, хорошо совмещать манкоцеп и медьсодержащий препарат. Это два контактных фунгицида, но они действуют как синергетики, они очень хорошо действуют профилактически, не может распространиться болезнь, если обработана этим препаратом. Уже после, в конце июня уже можно не то что расслабиться, но это уже смотрите по симптоматике и по количеству осадков. Если уже идет засушливое, как это обычно бывает лето, уже можно акцент с этих фунгицидов немного снять и уже действовать по ситуации. Если был какой-то дождь, если был град, град очень сильно способствует развитию бактериоза, потому что он эти трещинки, он позволяет внедрение плазмоида бактериоза и развитию болезни. Но самые главные обработки периодически иметь содержащими плюс манкоцеп, это нужно делать с апреля по июнь, по конец июня. Это тогда орех самый больше всего уязвимый к распространению бактериоза. Надо уточнить, что нужно избегать обработку медьсодержащими именно в период цветения, потому что это может дать цветотоксичность и плохо повлиять на герминацию пыльцы на цветах будущих орехов. Что касается антракноза, болезнь, которая может быть искоренена из сада, если делались, в принципе, все обработки профилактически против бактериоза, это должно поспособствовать и на антракноз. Он должен, в принципе, исчезнуть. Но если все еще видны эффекты, симптомы антракноза, нужно сочетать медь содержащими с каким-то фунгицидом из триазольной группы. Можно дифеконазолом, тебуконазолом, как-то это совместить для большего эффекта. Один системный и один контактный фунгицид. Что касается вредителей, тут тоже немаловажно, не все инсектициды совместимы с медьсодержащими препаратами. Для этого, наверное, иногда придется делать отдельную обработку для вредителей, отдельную обработку для болезней. Они не всегда совместимы по pH, и лучше их делать отдельно. Для борьбы с плодожоркой нужно, потому что это очень серьезный вредитель ореховых садов, особенно для промышленных сортов, как песчанский и чандлер, у которых очень тонкая скорлупа. Они могут проникнуть вплоть до сбора урожая в середину ореха. Поэтому нужно работать системными инсектицидами, ни в коем случае не перитроидами, потому что они неэффективны. Плодожорка имеет, во-первых, нужно ставить феромональные капканы, чтобы в конце апреля, первых числа мая, для того, чтобы установить дату лета перезимовавшего поколения. Потом, после установления даты лета, через дней 7-10 нужно провести первое опрыскивание каким-то системным препаратом, для того, чтобы яйцекладки уже попадали на обработанную поверхность и не имели возможности развиваться. Если этот вредитель был зафиксирован в саду, с ним нужно постоянно бороться. Если оставить его в сад на произвол судьбы, этот вредитель имеет способность
умножаться в геометрической прогрессии. Соответственно, нужно делать до 4 обработок системными инсектицидами. Обязательно системными и с долгим эффектом, потому что этот вредитель имеет способность эшелонированно ставить яйцекладки. Другой вредитель, который наносит ущерб особенно молодым садам, это Зеузера перина, это короед въедливый. Он может внедряться в ствол растения, и молодой саженец, который только посажен, его может убить полностью за счет того, что он убил ствол. На больших уже садах это не так важно, потому что там много побега и не так сильно вредит. С ним можно бороться только превентивно, потому что если он уже внедрился в кору, с ним практически невозможно бороться. Лед этого тоже нужно ставить феромональные капканы. Лед этого вредителя обычно немного позже, чем у плодожорки. Но по собственному опыту я заметил, что если провожу своевременно все обработки против плодожорки и на системными пробратами, это имеет эффекты сдерживания и для короеда въедливого. Я делал обработки против плодожорки где-то в интервале от 15-21 дня, где-то в таком диапазоне. В американской литературе упоминается клещ как экономический вредитель. Но по собственному опыту могу сказать, что он какого-то коммерческого очень большого вреда не наносит. Он не настолько сильно вредит, чтобы с ним бороться. И тем более, что эти акарициды, они очень дорогостоящие. Что касается здоровых деревьев, для того, чтобы они хорошо развивались и меньше болели, нужно за ними хорошо ухаживать, хорошо их подкармливать. Делать листовые, корневые обработки и подкормки, потому что дерево, которое получает все, что необходимо для развития, имеет гармоничный рост и развитие, оно меньше подвержено к стрессу и, соответственно, к развитию болезней. Нужно давать азот в ограниченных количествах, давать его нужное количество, но не одним заходом желательно. Если есть возможность, разделить дозу азота на хотя бы 2-3 обработки. Потому что если дать много азота сразу, это, во-первых, он может смыться с дождевой водой и будет меньше эффекта. Плюс другой эффект может дать очень бурный рост, а когда побеги годовалые растут очень бурно, они более хрупкие к ветру, к механическим каким-то повреждениям, и через эти повреждения бактериоз внедряется легче. Что касается и азот, лучше прекратить подкормку азотом самое позднее в июле, потому что в июле-август не разрешается администрировать азот, потому что рост на зиму это плохо сказывается на морозоустойчивости. В августе, сентябре рекомендую проводить обработки нитратом, в августе нитратом калия, в сентябре полностью убрать азот, делать обработки фосфатом калия, монокалия и фосфат МКП, потому что это, с одной стороны, может повысить устойчивость к морозу до иногда 5 градусов. Плюс это вещество, оно обладает профилактическими свойствами для распространения фитофтороза. Так что, да, калий тоже важен, фосфор он важен, особенно в начальные стадии, где после посадки. Рекомендую хорошо ухаживать за садом, давать подкормки, делать в июле, в середине июля листовой анализ, потому что это дает четкую картину того, что находится в дереве, что у него есть в избытке, что у него в недостатке и что в оптимальных количествах. Почвенные анализы не всегда показывают реальную картину или состояние, количество. Это нельзя оценить, объективно смотреть на это. Нужно смотреть на листовой анализ. Тогда будет ясно, что растению хватит, а что нужно добавлять. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та вирощуйте горіхи.